Обращение, обращение к Маргарите Симонян и журналистскому сообществу в России. Просьба большая, выполните свою работу. Ребята, выполните свою работу. Когда пекарь не печет хлеб, когда пограничник не защищает границу, когда строитель не строит, вот когда журналист не выполняет свою работу, это тоже плохо. Вот есть главные вещи, которые вы должны выполнить. У нас сейчас, вот наше информационное пространство и германское информационное пространство во многом перекрываются, да, и люди там слышат, что происходит у нас здесь, да. Немцы разве знают, кто устроил геноцид немцев? Вот из-за чего произошла Вторая мировая война? Кто взрастил Гитлера, да? Немцы этого не знают. Немцы не знают, что это чисто британский проект, что вот этот полностью геноцид немцев и геноцид русских и наших народов устроен британцами, что они взрастили, финансировали этого Гитлера, выбрали именно такого Гитлера и развили этот проект до миллионов жертв. А немцы сейчас на пороге войны, уже в середине войны, уже в пекле войны, должны знать. Они должны это представлять, потому что это единственный шанс уменьшить участие Германии в этой войне. В будущей войне крупной. Они должны понимать роль Британии. Они должны понимать, что их используют в открытую. Да? И сейчас опять же приготовлена следующая база для дровишек для войны. Кто будет выполнять за журналистов эту работу? Если это не делаете вы, если не делает сообщество журналистов, находящееся рядом с вами, пожалуйста, выполните работу. Дальше. Польша прямиком едет на войну. Польша находится в той же самой ситуации, когда Польша была как разменная карта. Поляки должны об этом что-то знать. Они понимают, что они просто холопы Британии, что их опять разменяют. Должны быть информационные потоки, помогающие полякам этот факт осознать. Поляки должны знать, что у них есть выбор. Идти на войну, не идти на войну. Поляки должны знать, что ставленники, их руководство политическое, которое зависит от Британии и Штатов, оно ведет их на войну. Это должны знать поляки, что они будут проливать кровь за Британию. Журналисты должны сделать эту работу. Дальше. Еврейское сообщество должно знать, кто является благополучателем Второй мировой войны, кто устроил геноцид, по идее, евреев. Вот когда вы берете Гитлера, который знает, что он пойдет на Россию и будет убивать евреев. Да, вот вы выбираете такого Гитлера и даете его Германии. Это осознанное действие со стороны Британии, со стороны британских спецслужб. Вот у них есть хороший фильм «Лоренц Аравийский», где подробно описана методика, как это делается. Они вот прям раскрыли себя, показали свои инструменты, да. И евреев вот так вот использовали, да. Это было понятно, кто соберет деньги еврейские, как они окажутся где в результате этого геноцида. Мы опять этого субъекта не осудили, информационно не сопроводили. И у нас еврейское сообщество не знает, кто устроил геноцид евреев. Что за Холокост ответственны британцы, что это полностью британская идея. Устроить Холокост. Кто будет это освещать? Это должен кто-то освещать? Дальше. Соединенные Штаты Америки. Ребята там должны знать их реальный статус, что это полностью подконтрольное Британия государство, что оно полностью пронзено британскими инструментами влияния, что официальные лица полностью ссылаются на данные британской разведки и так далее, что оно управляется. Это криптохолония, это утрата полностью демократии. Любые зачатки демократии, такие же, как Трамп, вот, например, это просто самостоятельной повесткой кандидат полностью получает противодействие на уровне спецслужб, на уровне государства. Это информация, которую должны отработать журналисты, наша журналистика. Сообщество. Только отработка этой информации комплексно может нам дать шанс на окончание вот этих боевых действий, на получение мира, на какие-то долгосрочные перспективы мира. Пожалуйста, сделайте свою работу. Дальше. Франция. То, что французская революция полностью британский продукт. Это писали французские историки, но французы об этом не знают. Это вот уничтожение государства на том уровне, кровавый этот период, подмена этого всего колониальными инструментами, это вот все правители
в Франции дальнейшее, за редким исключением, это подотчетные агенты влияния Британии на Францию. Это происходит и сейчас, и Франция в эту историю встроена. Вообще вся Европа у нас получается британозависимая. Когда мы говорим интересы Запада, это надо просто интересы Запада заменить интересы Британии. У нас Британия рулит Европой, полностью рулит. Это должно быть преподнесено в качестве информации. Это люди должны об этом знать. Кто у нас должен на нашей территории, в нашем государстве это делать, кроме журналистов? Это должно журналистское сообщество обратить на это внимание. Пожалуйста, сделайте свою работу. Очень просим. Обращаемся ко всем журналистам нашей Родины и отдельно к Маргарите Симонян. Пожалуйста, обратите внимание. Сделайте свою работу, пожалуйста.